Курносики! Джуниор! Вперед, вперед, мои верные слуги! Ха-ха-ха! Наконец-то нам удалось похитить этот ценный звездный артефакт! Ну что же, скорее уходим отсюда, пока не пришли эти джедаи! Ну как там, Финн? Все спокойно? Да, мой начальник, все спокойно. Тогда продолжим наш путь. Остановитесь, воры, подсечка! А, Финн, смотри, это же Эзра! Мои верные пауки в атаку! А, поднимайтесь, поднимайтесь! Получи! Глупый паук! Ты сейчас получишь от меня полез! Поднимайся, поднимайся! Ах, вы подлые пауки! Ты поделай! Все! Конец! Им конец! Эта ценность не ваша, вы ее не заберете. Начальник, разреши мне разобраться с ним. Разрешаю, Финн, действуй с удовольствием. Эй ты, не двигайся. Как-то неожиданно. Как это я пропустил такой удар? Не будь со злом. Что? Не будь со злом, это очень плохо. Если ты будешь со злом, все тебя победят. Я никогда не думал об этом. Может, ты действительно прав? Эй, Финн, что ты делаешь? Сражайся с ним! Я ведь на самом деле, я никогда не хотел быть злым. Я всегда чувствовал, что в моем сердце живет добро. Знаешь что, Кайло Рен? Отныне я не буду бороться на стороне зла. Кайло Рен, отныне я не буду делать зла. Я ухожу из твоей команды. Ну уходи, убирайся, предатель. Без тебя справлюсь. Ну что, Эзра, ты готов принять свою участь? Готов. Получи! Не ожидал! Подсечка! Где мой меч? Что ты делаешь? Получи! Да... Фехтование, Эзра, вместе с твоим другом Даником ты, конечно, силен. Но прибегнем к небольшой хитрости. Где тут бластер Финна? А, вот он. Так. Ах так? Тогда заберу меня. Что? Почему я уменьшаюсь? А как величался, как превозносился над Эзрой, да, Даник? Да, он был великим, а теперь стал вот таким. Маленьким, да? Да. А думать над своим отвратительным поведением Кайло Рен будет... Будет в этом мешочке. Да, мы посадим его в этот мешок, в котором он пытался украсть ценный артефакт. Даник, подержи, пожалуйста, пока этого гиганта. Да. Чтобы никуда не убежал. А мы, ребята, проверим, на месте ли ценный артефакт. Да? Да. Кажется, что-то есть. Да. О, вот он. Да. Он прозрачный. Скорее, зеркальный. В нем можно увидеть свое отражение. Да. Даник, как ты думаешь, что же это за штуковина такая?
Ну, не знаю, но она отразительная. Ребята, может, вы знаете, что это? Я думаю, что это такое зеркало. Да? Хорошее предположение. Ребят, как вы думаете, что это такое? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Будем благодарны. Да, мы будем ждать вашего ответа. Правда, папа? Конечно. Всем до новых встреч. Пока. Пока. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Курносики Джуниор. Курносики Джуниор.